одна из новостей, что наш центр расширился еще одним отделом, отделением, что есть теперь у нас в Якуде Нос-центре, это центр занятости детей. Значит, с Нового года он будет открыт и у нас в здании на втором этаже, то есть все детки, которые после школы, у которых, если родителям нет возможности присмотреть за ними, они могут приходить сюда, здесь же перекусить, отсюда пойти на какие-то кружки. И плюс у нас такой же есть в третьем микрорайоне, он уже сейчас действует, уже с 1 сентября можно туда обращаться и там быть. Значит, очень удобно детям, которые посещают кружки, потому что они могут посещать все кружки, перейти перекусить, побыть какое-то время, не надо под дождем, не надо под снегом. Это все под на глазах у специалистов. Вот, и, возможно, есть еще там места, хотя уже многие ходят, как и раньше ходили. Это вот проект как раз из-за реорганизации получилось так, что мы так укрупнились, усилили свои позиции, я бы сказала. Вот, и у нас здесь будет тоже. Возможно, и идет к тому сейчас речь, что если будет изоляция, будет коронавирус, что, возможно, дети в Динос-центр смогут приходить и быть там, если родители не смогут за ними присматривать, и что даже мы должны, в общем-то, помочь им организовать это дистанционное обучение. То есть вот такие крайние случаи, крайние варианты. Если в такое случится, будем надеяться, что ничего не будет, и все будет хорошо. Но если это такое, то родители должны знать, что эта возможность у них может быть, и обращаться, подписывать договор, и таким образом, как говорится, выходить из сложных ситуаций, создавшихся. Это бесплатно? Да, это бесплатно. Эта услуга бесплатная, она социальная, и она совершенно бесплатная. Значит, надеемся, что там понемножку будем помогать и с уроками детям, чтобы они все-таки не совсем пустые приходили и поотдохнули в это время, потому что специалисты уже, которые, ну так мы предполагаем, и которые уже есть сейчас специалист, очень такие дружелюбные, очень хорошо сходятся с детьми на контакт, поэтому очень надеемся, что понравится и будет это востребовано в нашем городе. Ну, еще из таких новшеств, и, значит, то, что вот бились долгое-долгое время, и то, что, значит, и наш мэр очень много приложил к этому усилий, мы говорили о Адели-центре у нас в городе. Он будет единственный на прибалтийские, наверное, страны, значит, что они уже начинают у нас действовать с марта месяца. Немножко получилась задержка, тут и с ковидом было связано, потому что мы хотели уже и в 2020 году, чтобы началась деятельность, но из-за того, что каждый врач должен получить лицензию, потому что специалисты все будут не наши, будут словаки, кто-то сказали, что как будто бы с Украины там приезжают специалисты, я еще всех как бы не знаю, потому что этим вопросом как бы я не занимаюсь. Вот. Ну и еще такой приятный момент, и очень такой, я бы сказала, важный, наверное, для всей Литвы, в связи с тем, что вот задержка происходит этого, значит, внедрения у нас Адели, в связи с этим они дают нам такую особенные условия, приглашают до Нового года пройти реабилитацию ровно в полцены. Вот, то есть это бесплатное будет проживание, плюс скидка на лечение, плюс само лечение расширенное. Если кого-то это заинтересует, может быть, есть тяжелые больные, может быть, есть больные, которых, конечно же, есть, наверное, таких, которых мы не знаем. Частично можно это компенсировать за счет больничной кассы. Плюс к тому, если вот человек очень хочет и вот просто совсем нет ни копейки, тоже можно обращаться, потому что именно для этого был организован фонд по сбору средств именно для того, чтобы наши висагинские там, дети, взрослые, там, после инсульта, там, взрослые, там, после аварии, травм каких-то, вот, могли бы, значит, не имея совершенно средств, но все равно могли бы проходить эту реабилитацию. Реабилитация, конечно, в Европе она самая сильная, вот эта реабилитация. И плюс они вот сейчас они еще расширили, значит, диапазон своих мероприятий. То есть, если раньше там не было таких возможностей,
возможности больших водных процедур, там сейчас термальные воды они используют, грязи они используют, потому что в Словакии, в другом месте, уже не там, где было на выезде из города, а уже в самом центре, это на острове, где еще с наполеоновских времен стояли лечебницы. Это просто красота неимоверная. Просто вот я там никогда не лечились там, но мы там ходили и смотрели, как это красиво. Я все время думала, я никогда здесь не буду жить, потому что это недоступно такому простому человеку, как там я. А вот, возможно, и даже для таких семей, которые попали в такую трудную ситуацию, и проживание совершенно бесплатно, только исключительно для литовцев, благодаря тому, что мы столько времени бились над открытием нашего центра. Вот есть такая возможность, если кого-то интересует, обращаться прямо можно ко мне. Мы поможем и заполнить все, объясним, если нужно взять направление, какие это должны быть направления, как сделать возврат. То есть я сама через это уже прошла дважды, ну, как бы вот и оформляя именно через больничную кассу там эти документы и так далее, то как опытный человек уже могу сказать, куда обращаться, что делать. Кстати, это могут, конечно, делать не только висагинцы, если есть кого-то родственники, друзья в других городах. И если там вот тоже кто-то, кому-то требуется такая помощь, вот, то тоже можно обращаться, пожалуйста, это, мы все поможем, сделаем. Конечно, вперед я хочу, чтобы висагинцы как можно возможности получили. Уже, как говорится, будет возможность, и все остальные тоже. Какая еще важная информация для жителей? Хотела еще немало рано сильно радоваться, но мы написали проект. Пока он еще оценивается, этот проект, на 1 000 000, почти на 1 200 000 для нашего центра, именно для детей с недугом. Самую новейшую технику, развивающие всякие вещи. Хотим и, значит, вокруг все организовать так, чтобы максимально использовать не только помещение, но и то, что у нас есть возможность на улице каких занятий и так далее. Вот. Это, конечно, ну, просто было бы очень здорово, если бы мы выиграли этот конкурс. Пусть за нас держат кулаки, кто, возможно, кто умеет и может, то молится нас, потому что очень важно, чтобы мы его выиграли. Я просто мечтаю на это все сама сесть, попробовать, насколько это все интересно. Вот. И хотела бы сказать о том, что, значит, очень я знаю, что действительно гораздо больше семей сталкиваются с проблемами, когда у детей есть недуг. И далеко не все, значит, пользуются возможностью нашего центра. Хочу сказать, чтобы не боялись, хочу сказать, чтобы не стеснялись, потому что приходят некоторые и говорят: «Ой, вы только не скажите, что у нас такая ситуация, никому». И мы, конечно же, не скажем и не говорим, и если человек не хочет, и это не надо. Но я думаю, что этого как бы не стоит стесняться, не стоит бояться, но по возможности. И детям, для детей, чтобы для них была возможность, во-первых, даже смена обстановки где-то, во-вторых, какие-то другие люди. Каждый человек этому ребенку такому, который попадает в такую ситуацию, он может что-то внести, все равно какую-то пользу. Даже простое общение бывает очень важно, что вот этот другой человек, он по-другому говорит, он по-другому вот это, и это дает толчок к какому-то движению вперед. Вот. И для самих детей тоже, чтобы и у них тоже было разнообразие в жизни максимальное. Ну и плюс надо знать, что у нас здесь и релакс есть, у нас есть психолог, которая по моим, даже на собственном опыте собственного своего ребенка, я могу сказать, что она очень легко и очень, скажем, толково, скажем, подходит вот к этой ситуации и работает с детьми, и это явно видны результаты. Вот. Потом у нас и проходят музыкальные занятия для этих детей, кинезиотерапевт у нас есть, комната релакса, где им очень нравится световая вот эта вся. Есть комната, значит, с песком играть, с подсветкой. То есть для детей, для таких, ну, как бы я считаю, что это, ну, вот максимально нужно делать все, что мы можем, каждый родитель. Вот. И возможность у нас принять еще детей есть. Вот. И чтобы не боялись. И и к тому же их мы здесь и кормим. То есть даже если это школьники, например, да, вот он школьник, и он имеет какие-то сложности, и он может сюда прийти, и мы его и кормим, и поим. Если это хотят, чтобы посещал садик, то тоже мы делаем такая возможность. Несколько детей у нас после садика. То есть они пришли к нам,
они отбыли какое-то время, прошли какие-то там, значит, допустим, психолога, там кинезио, там есть у нас еще и, значит, флористика, и там и лепим, и всякие там, значит, такие вот и рисуем, значит, пройти все вот эти вот занятия, и потом можно пойти и в детский сад. То есть мы буквально на коляске или там как-то за ручку переводим их в детский сад, возвращаем их на то место, чтобы они пообщались со здоровыми детьми в коллективе, для них это тоже очень важно и полезно. В общем-то, я думаю, что мы со своей стороны будем стараться и надеемся, что будем как можно больше полезны. Еще хотела сказать этим родителям, которые имеют таких детей, очень часто бывает такое мнение, что, значит, нет, я вот больше ему дам и все для него буду делать, и вот не отдам его никуда, не дам, чтобы это нельзя родителям сильно перегружаться тоже. Такие центры существуют именно для того, чтобы немножко разгрузить родителей, потому что это хорошо год, это хорошо два, через какое-то время он понимает, что он полностью истощен, у него нет никаких больше сил, и вообще это сказывается и на здоровье тоже, и на климате в семье в самой. То есть обязательно должна быть такая же обычная позитивная жизнь у любой семьи, неважно, все там здоровые детки, не есть какой-то ребеночек с какими-то отклонениями, должна быть полноценная жизнь. Для взрослых у нас проходят тоже занятия, они могут у нас трехразовое питание здесь получать, они общаются между собой, и устраиваем разные поездки им, ходят в кино вместе, то есть максимально помогаем, допустим, если нужно там устроиться, встать на биржу туда, помогаем заполнять всяческие документы во все институции. То есть наши специалисты все равно имеют такой больше, может быть, кругозор, видят больше возможностей для этих людей, поэтому для тех, кто обращается к нам, то тоже это, надеемся, что мы им поможем. Вот. И то же самое для тех, кто, если у нас детки наши или у нас это взрослые люди, те, кто посещает наши центры, значит, планируется, в случае ковида, если не смогут посещать центры, если центры будут закрыты, то тоже финансовая поддержка семьи, значит, потому что, ну, скажем, взрослый, он не может быть без присмотра, но потому что он имеет какую-то такую сложность со здоровьем. Значит, с ним все равно должен кто-то оставаться. Если он не может посещать наш центр, соответственно, его должен кто-то присматривать. То есть и такая финансовая, пусть небольшая, но помощь предусмотрена в государстве сейчас на случай, если вдруг случится. Очень важно сегодня предоставить нужную информацию для желающих усыновить детей или стать опекунами, считает Ирина Зюзёва. И об этом в нашем следующем репортаже.